Стой! Барон у себя? Смотря кто спрашивает. Ведьмак. Хочу с ним поговорить. А я хочу оттрахать прекрасную королевну Церро. Я же его знаю. Ты давеча в корчме на распутье сидел. Я-то думал, ты по-хорошему пойдешь своей дорогой. Вот и пришел сюда. У меня дело к барону. И что за дело? Важное. Только для его ушей. Добро. Лодрин, пусти его. А ежели он что учудит, так нас все одно больше. Открыть ворота! Сержант! Ардаль! Ведьмак к барону! Только тихо. Понял? Понял. Ты в темерском войске сержантом был? Не твое это дело. Дезертир? Нет больше темерского войска. Так что ты тут делаешь? Когда черные нас разбили, у нас был выбор. Смириться и попробовать жить нормально. Или уйти в партизаны и сражаться за родимую Темерию до последней капли крови. Мы выбрали первое. И барон вами командует? Ну да. Командует. Твои дружки давно уже добычу поделили. По крайней мере, я бы так сделал. Ты сиди тихо. Силы на казнь прибереги. У тебя седой тоже. Вот в Изиме были балы. А, танцевал я там пару раз с моей Анною. Нас! Как мы там кружились! М? Раз, два, три, раз, два, три. Yes. Хватит! Поставки должны быть раз в неделю. Мне все равно, как ты это сделаешь. Вы не останетесь на чай? У тебя и без того гостей хватит. Даже на чай не остались. А еще, говорят, культурная нация. Я знаю, кто ты. Догадываюсь о том, с чем пришел. Прошу. Располагайся. Где-то у меня была еще водка. О, нашел. Выпьешь? Почему бы нет? А вот это я понимаю. Фольтеста уже нет. Не знаю, что там с Наталисом. За чье здоровье теперь пьет верный темерец? Выпьем за встречу. Выпьем. Ну, к делу. Я Филипп Стенгер. Мужичье меня зовет Кровавым Бароном. Геральт из Ривии. Мужичье меня зовет Мясником из Блавикина. Я уже сказал, я знаю, кто ты. Признаться, мы только потому и разговариваем. Как тебе велен? Мне не нравится. Повсюду топи, трясины, болотистые леса. Именно так. Если кто пропадет, так тяжело потом искать. К чему ты клонишь? Многие потеряли здесь близких. Кто жен, кто дочерей. Ты скажешь, наконец, в чем дело? В Цири? Ты же здесь из-за нее? Значит, она тут была. Она попала ко мне не так давно. Была без сил, ранена, смердела, как шелудивая псина.
Позже мне сказали, что она пришла со стороны болот. Сказала, что по пути в деревню на нее напали чудища. Этого еще не хватало. Надо уходить. Привет, малявка. Ты потерялась? Так, немножко. Ты тоже? Ага. Только совсем немножко. Значит, ты знаешь, куда идти? Еще нет. Но если мы пойдем вместе, то обязательно что-нибудь придумаем. Что с тобой случилось? А, ты про это? Пустяк. Откуда ты тут взялась? С дядькой пришла. Он мне велел идти по сладкой тропинке, чтобы наесться. И сказал, что подождет. Но я и шла. А там летел мотылек. Я побежала за ним, ну и потерялась. Почему папа отправил тебя по сладкой тропинке? Ну, потому что утром еды не было. Не поняла. Я немножечко плохо себя вела. Разбила крынку с молоком. Родители, наверное, разозлились. Мама наказать меня хотела. А дядя сказал, что и так слишком много ртов кормить. И что как пойдем по сладкой тропинке, так все заботы из головы и вылетят. Когда вы с папой вышли из дома? Утром. А солнце тебе светило в лицо или в спину? В спину. Значит, надо идти на восток. Тогда пойдем, я тебя отведу. И объясню твоим родителям, что нехорошо терять детей в лесу. Мы не сможем. Тут волчий король и его стая. Видишь, что у меня на спине? Этого и волки боятся, и короли. Пойди-ка сюда, я тебя подсажу. Можно выходить. Ну ты храбрая. Даже мой дядька так не умеет. А мой умеет гораздо больше.
Глянь-ка, что там лежит. Подожди тут. Не подходи. Но... Никаких «но». Останься здесь, я кое-что гляну. Белки красные, все еще влажные. Умер недавно. Рот раскрыт. Губы перекошены. Но язык прокушен. Перед смертью ему, наверное, было очень больно. Раздавленная грудь. Ребра пробили легкое. Что-то его подбросило и ударило об дерево. Нога оторвана. Или, скорее, кто-то ее отгрыз. Фу! Жуть какая! Стой там и не подглядывай. Костный мозг высосан. Интересно. Посмотрим. Печени нет. Сожрали. Зачем ты копаешься у него в животе? Посмотри лучше, у тебя шнурки завязаны. Похоже, малявка не выдумала этого волчьего короля. Это волколак. Что с ним случилось? Упал он. Случайно. Ну да, конечно. Это волчий король его подрал. Из каких это пор дети стали такими умными? А что мы будем делать, если он и на нас нападет? Хороший вопрос. У меня нет серебра, но я могу приготовить масло. Масло? Подсолнечное? Нет, особое. Из собачьего сала, борца, собачьей петрушки и волчьей печени. От него волчьему королю будет очень-очень больно. Какая ты умная. Откуда ты знаешь такие штуки? Тебя тятенька научил? Нет, не тятенька, дяденька. Дядюшка Весемир. Отлично, все есть. Осталось найти место, где можно развести огонь и спокойно приготовить масло. Ты что делаешь? Масло для меча. Посмотрим, как действуют рецепты дядюшки Весемира. И часто родители детей на сладкую тропинку посылают? Иногда. А иногда сами идут. И возвращаются? Ты что? У них же там еды полно. Туда, через пещеру. Веди. Тут немножко темно. Боишься? А ты? Ах
Теперь ты мне веришь? Верю! Прячься! Ты даешь. В жизни такого не видал. Малявка, вылезай. Тебе повезло. Вовремя мы подошли. В лесу мы видели одного, менее везучего. Это Ярон. Мы возвращались из-под леса, и это чудище на нас напало. Я-то сбег, а Ярон... Эй, тише! Тут же малявка. У тебя бинты дома есть? И что-нибудь от заражения? Он меня поцарапал. Меня-то нет. А вот хозяин мой, человек серьезный. Он-то точно поможет. Может, даже награду какую даст за убой волколака-то. Ну ладно, веди к своему хозяину. И кого вы мне притащили, а? Это не моя дочь! А вторая? Ни та, ни другая! Дочь-то я узнаю? Та, что постарше, может, и не ваша. Но шибко похожа. Так как? Будет награда? Я тебе, сука, покажу награду! А ну, упердывай отсюда, пока я пса не спустил! Ну, вкусный гуляш? Очень. Спасибо большое. Я не ела уже. Да я вижу. Рад, что нравится. Как подкрепишься, ванна для тебя готова. А потом и поспать недурно, а? Гретка за печкой, а тебе я велю приготовить гостевую комнату напротив кухни. Спасибо. Я... Тихо, тихо. Ты ешь спокойно. Мы еще поболтаем, когда отдохнешь. Я приказал своим людям о ней позаботиться и оставил ее отдыхать. А потом? Ну, это уж совсем другая история. Что стало с той девочкой, которая с ней пришла? С Греткой? Ничего, она здесь. Помогает на кухне вон. Мне не хотелось ее домой отсылать после того, что Цири рассказала о ее родителях. Тут у нее и стол, и дом. Не пропадет. А что с Цири? Я же тебе сказал, это совсем другая история. Я так понимаю, ты хочешь поторговаться за эти сведения? Соображаешь. Я сочувствую твоей утрате, но так случилось, что мои жена и дочь тоже пропали. Предлагаю уговор. Найди моих близких, а я расскажу тебе все, что знаю о девушке, которую ты ищешь. А какие гарантии, что я могу тебе доверять? Никаких, кроме моего слова. Я тебе помогу. Я найду твою семью, но потом ты расскажешь мне все, что знаешь. Вот тебе мое слово. Стража! У этого человека здесь иммунитет. То есть пускай его никто не трогает. Чё пялишься?
Это в подтверждение моей доброй воли. Когда ты последний раз их видел? Они пропали в последнее новолуние. Как сквозь землю провалились. Что значит пропали? Ну, пропали. Я утром просыпаюсь, а их нет. Этого все еще мало. Можно осмотреть их комнаты? Зачем? Может, я найду там какие-то следы. Я чужим не позволю рыться в их вещах. Ты хочешь, чтобы я их нашел, или нет? Хочу. Тогда не мешай работать. Ну, будь по-твоему, но я с тобой пойду. Все равно дверь открывать. Знаешь, дочка моя в детстве очень любила зверей. Как-то увидела на стене оленьи рога и... Знаешь, что спросила? Понятия не имею. Папочка, говорит, а у этого оленя попа за стеной. Ну и бадон у меня. Понял? Если ей кто зло причинит, убью нахер. Пришли. Вот, сука, опять заедает. Это наша спальня. Комната Тамары там. Только не устраивай там бардак. Когда они вернутся, пусть все будет так, как они оставили. Нету.